И вопрос на сегодня, который мы получили только что. Я получила грыжу во время секса с парнем, и не знаю, как ему сказать, и что мне делать. Ты поднимала его во время секса? Или что? Какая-то новая поза там. Эй, воздухи. Давай подумаем. Растяжение, окей, там, что-то кровоточит, гематомы, синяки, ногу царапины. Сломала. Да, ну... А ты дерзкий. Ребро сломала там, вот это как-то. Надорвались по краям уголки губ. Да. Выбили зуб. Сиськи порвались. Лопнули. Просто мне интересно, как это могло случиться. Да, это как-то... То есть это как бы, наверное, прикинь... Невероятно. Ты подбрасывала его, он был сверху. Я понял. У него... Пиздец, тяжелый член. Нет, нет. Как бы, а в чем, собственно, проблема? То есть, что значит, ты не знаешь, как ему сказать и что тебе делать? Скажи, ты худей, сука. Скажи ему просто как есть. Дорогой, во время нашего секса я получила грыжу. Потому что ты жирная жопа. Я этого не говорил. Просто скажи ему, что, слушай, парень, у меня грыжа после секса. Это не просто какая-то болячка, это конкретно плохо. Смените позы, пусть он будет немножко более осторожный. Что тебе делать? Тебе надо пойти к гинекологу. Если у тебя грыжа где-то там. Что? Я не знаю, где эта грыжа может быть. У парня так это что? Мне это интересно, он реально парень. Парень в отделении. Надеемся, мы, что ты поняла, что у тебя нет особо такой проблемы, и ты можешь абсолютно спокойно сказать своему парню о том, что ты получила травму во время секса. Если она тебя беспокоит с медицинской точки зрения, то незамедлительно иди к врачу, пока это все... По-моему, это все-таки Стёп. Еще один вопрос пришел к нам прямо сейчас. Читаю. Я пока не знаю, что это за вопрос, он мне только что... Мой парень настолько привязан к своему коту, что отказывается заниматься сексом, если кота нет в комнате. Это нормально или мне только дебилизмом кажется? Кот уже сам привык. Значит, да, проблема веская, тут ничего не скажешь. Поговори с котом. Пойди посади кота и скажи. Слушай, Барсик, понимаешь, мне неловко. Ты смотришь... Мы теперь вместе, и ты должен это говорить. Ты должен отпустить его. Ты должен его отпустить. Нагать в лоток кошки, помить территорию. Значит, во-первых, привязанность твоего парня к коту. Я сам люблю очень котов, кошек и так далее, но не настолько. Это ненормальная привязанность. Ну, то есть, знаешь, как если он все время держит его на руках, все время гладит. Во время секса. О, да, да. О, кот у нас хороший мальчик. Прикинь. Они занимаются, как кот сидит такой. Это очень странно. То есть зачем ему его присутствие в комнате? Это к теме про подсматривание до этого. То есть, может ему нравится, когда кто-то за ним наблюдает. Блин, они занимаются, он так кота тихо-тихо подтягивает туда обратно. Вариант замутить с котом, чтобы парень смотрел. Может быть, парень почувствует себя как-то... Блядь, с кем я живу в одном доме? Привязанность твоего парня к этому коту абсолютно ненормальная. Во-первых, поговори с ним об этом. То есть сразу пометьте все и скажи, что я ничего не имею против твоего кота. Только смотри, чтобы кота не было в комнате. Да, то есть кончится. Скажи, что ты любишь его кота, ты любишь его, ты уважаешь взаимоотношения и так далее. Но что ты как-то против, и тебе не очень приятно, когда за вами кто-то наблюдает. Особенно кот. Вообще. Поговори с парнем на эту тему. Может быть, ему где-то внутри подсознательно нравится, что кто-то за вами наблюдает. Можете заняться сексом на камеру, записать это для личного архива и так далее. Без кота. А, и у меня как бы вопрос. Ваши последние 4 слова. Кот уже сам привык. А что он до этого делал? Дверь ломал? И лез на стену? Вытащите меня отсюда. О, муж мой, он кончает. Нет. Да, и кстати, если он вас все время в постели называет киска, кошечка, котенок и так далее, задумайтесь. Очень задумайтесь на этот счет. Может быть, он кому-то представляет. Того, кто в комнате и наблюдает за вами. Может быть, даже прямо сейчас. Нет, кот будет сидеть в другой комнате, смотреть порнуху. Ты понимаешь, что ты несешь? Может, в коте душа его бывшей девушки. Она тебе вообще с ним сексом заниматься не сможет, ты понимаешь? Она кота прямо сейчас с балкона выбросит. Может, он кастрировал кота, ему за это неудобно, точно! И поэтому он все время держит его рядом, типа, чувак, ну вот хотя бы ты смотри, чтобы мне хоть как-то было перед тобой, компенсировал и так далее. Фу.
Что ж, дорогие друзья, подписчики, френды, коты. Люди, которым нужна помощь, коты. Единороги, инопланетяне, геи. И все прочее. На этом выпуск H&F подошел к концу. Ставьте лайки, смотрите наше видео, шерьте его, присылайте нам свои вопросы на этот mail и на этот Ask.fm. Также не забывайте лайкать нашу страничку на Фейсбуке. Там бывает много чего интересного, того, что не бывает в видео. Что ж, надеемся, что вам понравилось. Надеемся, что мы вам помогли. Всем пока!